Доброе утро всем. У нас сегодня национальная лотерея. Вот пока бабушка, я там химию ей делаю. Вот, она сидит, выжидает время. Сейчас вам немного расскажу про нее. Смотрите, видите, там в каждой бочонке. Вот какой-то премия вышла. Видите, два бочонка там и там. Там в одном номер. В общем, все номера выигрышные. Они находятся. Какая-то премия вышла. Какой же номер? Она немного глухая. В общем, то, что лотерея выигрышная, это 100%. Потому что в одном вот этом вот бочонке находятся все номера, все-все-все, от одного до скольки там, все номера. То есть мой номер тоже там находится. А в другом бочонке, он поменьше, а вот, находятся призы. Он поменьше, и там вот все призы находятся. И вот из одного бочонка достают номер, в котором есть мой, а из одного бочонка достают премии. Там... Вот сейчас пятая премия вышла. Вы 60 тысяч евро. Кто-то выиграл. Может быть, даже и я, не знаю. По-моему, всего 5 премий. Эта лотерея, она не сильно много в нее выигрываешь. Что-то 240 тысяч только можно выиграть, мне кажется, если я не ошибаюсь. Вот. Но, во-первых, лотерея проводится директу в прямом эфире. Достают вот и поют, вот, ну как поют, говорят, поют эти номера дети-сироты. Они специально готовятся, и вот дети-сироты достают это. Один из одного бочонка достает, второй из другого бочонка достает. Там сидят 4 человека-судьи, которые следят за тем, чтобы правильно был пропет номер, правильно на... В общем, чтобы все было правильно. Все бочонки складывают вот в специальные такие доски, чтобы все было наглядно. Камеры кругом следят, там все кругом следят. Вот, и поэтому этот выигрыш, ну, реален. Это не какой-то лохотрон, это не какой-то, потому что все на глазах. И все номера от одна. Вот можно даже, если купишь билет под номером 1, его можно выиграть. Там есть сколько? 6 номеров, по-моему, будет 0, 0, 0, 0 и 1. Вот. Ну, это редко кто покупает, потому что типа вот номер 1, но его реально можно выиграть. Так что это не какой-то там, говорю, здесь там никак тебя не могут обмануть, потому что все производится на глазах, все это проверяют, чтобы все номера в этих бочонках, в этих кругах были. Ну, как лото, знаете, в лото вот там вот достаешь номер и все. И тут все то же самое. Вот, рассказала вам немного. Я, правда, не знаю, сколько у нас номеров, какой номер у нас, понятия не имею. Этим все, я не особый любитель азартных игр. Знаете, мне очень, во-первых, номер стоит 20 евро, если вы в официальных точках. Ну и также эти номера продают в барах, в ресторанах, и там уже по 23 евро продают. А если в официальной точке, то по 20 евро. Вот. Ну, в основном, очень часто выигрывают именно вот 20 евро. То есть там серия состоит из 10 билетов. Если купишь все 10 билетов, то выиграешь минимум 1000. Можно выиграть. В общем, я вам объяснила, да? Потому что некоторые, вот знаете, пишут, о, это лохотрон, это там, вы действительно думаете, что это, в это можно выиграть? Можно. Спокойно можно выиграть. И выигрывают. Самое интересное, все 5 премий выигрывают. Все 5 премий. Они вот играют до тех пор, пока все вот эти вот номера из маленького бочонка не выйдут. То есть все премии, которые вот есть, они должны произнестись. А вот в другом бочонке, где много-много разных номеров, в том числе и мой, вот то другое дело, что вы вытащат ли его или нет. Так что все 5 премий, в том числе и 240 тысяч,
выигрышные. Кто-то их обязательно сегодня выиграет. А вот кто? Об этом мы узнаем в новостях. Потому что обычно там, знаете, шампанское разливают, там все, в общем. Ну, как в этом году будет, конечно, неизвестно, потому что никаких объятий, никаких у бабушки аллергия, поэтому она так кашляет. Поэтому никаких объятий и поцелуев не будет. Вот так. И вот все утро, даже коронавирус отступил. Все утро все смотрят эту лотерею. Так, пошла я дальше работать. Кстати, про лотерею. Эти лотереи дарятся в подарок, разыгрываются семьями. Там покупают один номер, вот, например, у нас муж с своими сестрами покупает один номер между ними. Там, в общем, сейчас даже по телевизору сказали, есть одна деревня, которая покупает полностью номер, не серию, а прям полностью номер, там, например, 2064, именно на свою деревню и разыгрывает между жителями этой деревни, ну, кто прописан. С 80-го года, представляете, каждый год они закупают вот именно этот номер, резервирован только для них. Мэрия покупает этот номер, и вот если он выигрышный, то каждому жителю, который прописан, достается по чуть-чуть. Представляете? То есть это вам не хухры-мухры, это все серьезно, и к этой лотерее относится прям ух. Мы даже в Мадрид за ней ездили, потому что там какая-то место, где продают эту лотерею, очень фартовое, там выигрывают очень много номеров. Ну, естественно, там очередь, по 3 часа нужно стоять, чтобы купить эту лотерею. Естественно, выиграть, потому что чуть ли не третья часть всех лотерей продается именно в этом. Там, наверное, это, как говорится, как это, это в Мадриде, на Пласе дель Соль, Доня Манолита, называется ларек этот, где лотерею продают. Вот это вот Доня Манолита, господи, мало, все, я уже заговорилась. Она, наверное, настолько богатая, что просто, блин, пипец какой-то. Так, так что я дальше работаю. Я себе сварганила обед. Это картошка в мундире, я ее почистила. И вот сыр так у меня был с плесенью. Вот туда его, одна плесень осталась, короче, от сыра. И мойвочка копченая. Всем приятного аппетита. Смотрите, одна плесень осталась. А сыр растворился. Я тут сижу, как всегда, в интернете. В Фейсбуке конкретно. Вот, и у нас же 5 числа, или 6, 5 или 6, не помню. В общем, по улицам, я вам, кто меня давно смотрит, помнит, что каждый год я снимала это шествие. Это праздник 3 королей. Не помню, как называется. Но это 3 короля, которые несут Иисусу подношение. И вот они идут по улице и кидают конфеты. Вы, наверное, помните разные мультяшные персонажи, там вот...
идут короли, ну, переодетые, мультяшные персонажи, все танцуют, и вот из этих тележек красивых кидают детям конфеты. Все вот, кто смотрит на улицах, собирают эти конфеты, карамельки, некоторые игрушки уже. Я вам оставлю ссылочку внизу, посмотрите это шествие. Вот. Но так как в этом году все, как говорится, шиворот на выворот, то, естественно, такого массового мероприятия не будет. И вот сейчас я, значит, сижу в интернете, и наша мэрша там, значит, написала, что шествие будет, но без того, что люди смогут на это смотреть из своих окон и балконов. То есть не на улице, как обычно, люди собираются, а вот именно своих домов. И до меня тут доходит, что ту улицу, которую вот у нас ремонтируют, видимо, к этому ее ремонтируют, чтобы там прошли эти три короля. И чтобы дети таким образом, ну, как бы у них был праздник. Вот. Потому что у нас эти три короля идут по улицам, ну, не по всем улицам, а вот по самым главным. Там по одной улице длинный-длинный, вот так вот. Мы когда в той квартире жили, старой, у нас прям под балконом они шли. Так как мы жили на первом этаже, то конфеты долетали до балкона, представляете? И то есть я на все это смотрела просто с балкона. Вот, так что, а в этом году вот они будут по 300 улиц, она написала, что более 300 улиц пройдут три короля. Вот это вот шествие красивое, я обязательно вам засниму, если, конечно, не... Ну, я часто за ней слежу, поэтому она, мэрша наша, нас оповестит. Вот, и я так думаю, что у нас даже, знаете, у нас спальный район, поэтому здесь какие-то шествия или что-то очень редко бывают, но в прошлом году, по-моему, даже было какое-то на Семану Санту, это Страстная неделя, у нас тоже бывают очень большие праздники, и тоже идет вот шествие, там носят как спектакль для меня, для них это, для католиков это очень важно, носят Иисуса, его мать, Деву Марию, вот, тоже все очень красиво, вот, и, ну, на нашей улице не бывает такого, а тут раз, и гляжу, выхожу, а там Деву Марию несут, и вот все там. Вернее, мне Чарли об этом упомянул, потому что он начал бояться, труситься, а они же там стреляли вот эти разные петарды, оповещая, что праздник, праздник. Вот, и таким образом я узнала. Так что вот так. Приспосабливаются как-то к новой ситуации, скажем так, чтобы был и праздник, но и безопасно. Вот такие дела. Так что я говорю, наверное, эту улицу специально. Она такая узкая, там вообще... Я когда проезжала по той улице, там у меня машина даже не влазила, мне приходилось двумя колесами залазить на бордюр, чтобы проехать, иначе никаким образом там не проедешь. И вот ремонтируют. Как это все будет выглядеть, мне очень интересно, но поживем, увидим. Осталось всего до 5-го 2 недели, что ли, да? 10-2 недели, наверное. А потом начнутся скидки. Хотя скидки уже везде, потому что люди, знаете, мы сейчас живем одним днем. Сегодня открыты, завтра закрыты. И бедные магазины не знают уже, что делать, как быть. И вот они уже скидки эти делают. Уже назвали обычно вот года 3-4 назад, чтобы перед Новым годом никаких скидок вообще даже не могло быть и речи, потому что люди и так все покупали, все скупали как бешеные. А сейчас, как говорится, хоть со скидками пускай бы покупают. Хотя тоже много народу в магазинах, все скупают, все покупают, в том числе и я. Такая радость моя, ляпа моя, игрушечку свою достала. Так что, кто не подписан, подписывайтесь на мой канал и будете в курсе событий. Мне самой интересно, как это будет. Так быстро летит время. Сегодня уже вторник, а у нас же в четверг-то уже все. У нас уже Навидад, Рождество. Навидад, Навидад, Дульсе, Навидад. И что? Надо же салатик готовить. Значит, у меня будет... Я хочу сделать салат на Рождество. Вот этот вот... который подруга мне с креветками советовала. У меня есть он на канале. С креветками там, с
с оливками, съе яйца, картошка и все, да? И рыбу надо купить. Завтра, наверное, куплю рыбу. Муж будет готовить в соли. Ну, там я вам показывала, сыр будет. В общем, так. Это я к чему говорю-то? Яйца поставила варить. Вот у меня... Это одна картошка мужу, сейчас разогрею. Одну я съела, и вот одна вареная у меня осталась. Как раз на салат еще одну сварю. Здесь, конечно, не все яйца, потому что 100% пару яиц мы сами сожрем вареных, потому что они всегда вкусные. Вот. В общем, к чему я это? Уже все надо готовить, все ко всему. Завтра, когда мне надо уже будет этот пирог, не пирог, а торт сделать. Чизкейк хочу сделать. Тоже у меня рецепт на канале есть. Вот. В общем, да. А потом надо уже думать на Новый год, что сделать. В общем, трындец капец, как время летит. Сегодня я хочу пошататься, пойти. Мне нужно в аптеку сходить, так как Чарли не гуляет. Он у меня... Знаете, он не гуляет. Вы думаете, он не гуляет? Нифига. Гуляет еще как. Свежим воздухом дышит. Вот. Вот где он дышит. Свежим воздухом. Вы думаете? Видите? Кайфую. Сегодня я с тобой кайфую. Он там лежал, теперь сюда. Ты что, тут свежим воздухом дышишь, да? Тебе тут хорошо? Ты загораешь? Ты мое счастье? Поэтому... Вот на улицу, конечно, мы бы побегать, все дела, но у нас сейчас стрельба опять начнется. Прям дорогу делает, делает улицу. Вон ту. Конкретно так готовят. Так тепло, хорошо на улице. Градусов, наверное, 20 точно есть. Ну, из-за того, что ночами где-то 10 градусов, то... Свежо становится. Тимая радость. Счастье мое такое неземное. Ой, как тебе тепло. Хоть с тобой прям ложись и кайфуй. Стенка теплая такая. Ой, а полы какие теплые. Хоть правда ложись. Вот, теплый пол вы с Ваней. У нас тоже есть теплый пол. Так что натуральный продукт. Витамин D. Кстати, Юпитер и Сатурн я вчера так и не увидела. Как дура, стояла, смотрела, смотрела, не увидела, не рассмотрела, не поняла, где. Муж говорит, это такая она самая сияющая звезда. Я говорю, да там их много, не одна она такая сияющая. В общем, ничего я не увидела. С телефоном как дурак стояла, вся замерзла. Без меня он соединился, они соединились. Ну ладно. Ну все, я пойду пошатаюсь. Пойду в аптеку зайду. А ты будешь отдыхать, потому что ты боишься. Ну ничего, сейчас папа придет и будет все хорошо. Аравеньку, бали мечику. Моя радость. Так жалко его оставлять, но никуда не денешься. Тут вот лужа. Но я не пойму, это вода или что? Ну, это уже целый день вот так оно было. Сейчас, в общем, посмотрю. Я уже выучила, где тут нажимать. Видите, я уже профессионал. Прям самый настоящий профессионал. Не знаю. А, нет, вода есть. Значит, это не моя. Не моя. Это чья-то чужая. Но все равно влазит. Нет, я машину не буду брать, но мне лучше сейчас ее, как говорится, залью. Это уже после выходных, ой, после праздников надо ремонтировать. Потому что сейчас, ну, нереально. Никто работать не хочет. Поэтому будем поить каждый день. Куда деваться. Но главное, знаю, что эта лужа не моя.
Это чья-то... Да и вообще, мне кажется, это какое-то масло. Вот так. У нас он что-то строится. Видите, полицейские штрафуют машину. В общем, здесь запрещено во время праздников передвижение. И вот так вот сразу прям подцепили, оштрафовали. И все. Так, сходила в аптеку, затарилась целой сумкой лекарств. Вот. Зашла в Примор, хотела кое-что купить там себе, но не оказалось. Девочки мне сказали, что они мне на завтра отложат то, что я хочу. Поэтому завтра придется вернуться опять. Ну, я, в принципе, не против, потому что... Ну, вы знаете почему. Поэтому будем шататься по улицам. Видите, у нас как хорошо, все гуляют, все спокойно. Так, что-то куда бежать не знаю, куда идти не знаю. Музыка играет новогодняя, все ходят, покупают на подарки. Я тут смотрю, уже огни зажглись, темнеет. В общем, у меня мысль появилась такая, что я сейчас пойду до елки, дойду и покажу, как вам, как здесь у нас украсили город. Хотя я завтра вам покажу, друзья. Так что не забывайте подписываться. Мне же завтра все равно сюда идти. Вот. А что я оттуда сюда ходить буду? А завтра выйду попозже, когда стемнеет, и буду шататься. Happy New Year, Happy New Year. Хотела часы надеть. Вот такие у меня есть. Они это, ну, на каждый день. И водонепроницаемые. То есть на работу у них самое оно. А батарейка села, кирдык-мордык. И, короче, у меня тут есть часы, которые батарейки сели. И вот были разные, знаете, дешевые, недешевые. Все бы выбрасывала, оставила, которые вот более-менее. Вот эти вот покупала в одной... Хуэрии, это в ювелирном магазине, но они, конечно, не ювелирные, но такие вот, короче, не с рынка, скажем так, батарейки тоже села, батарейка села. Эти вот дешевые, даже не дешевые, эти мне, по-моему, дарили из, этот, как его, Ивос Роше, как он там называется, Ивос Роше, тоже, что, батарейку, вот пойду в магазин, а вот этих вот, смотрите, ходят. Но они не водяные, поэтому так... На каждый день. Вот в понедельник пойду, чтобы мне поменяли батарейки. Положу сюда. А иначе я забуду. Красота какая. У меня тут красотешная. Красотешная какая. Прям такой, как это, водяной. Красивый цветок. Давно его хотела. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу на тебя, чтоб рос.
Пойду я переодеваться и, наверное, чайку себе поставлю. Да. Ты моя рыба сладкая. Лежит там аккуратненько, да. Лежит на мамином месте. Сладость моя такая радостная. Чаек пью с шиповником. Надо опять заварить. Этот уже выпила весь. Вот. И монтирую, сижу и поняла, что я с вами, наверное, не попрощалась. Так что я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого наилучшего и всем пока-пока.